Приветствую вас на канале Esplay. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Откровение. И сегодня у нас будет такая мини-серия. У нас открылась дополнительная локация. Ну как, не дополнительная имеется в виду, а закрытая локация открылась, на которую мы не могли попасть, ввиду того, что сюжетная глава не была пройдена. В прошлой серии мы ее прошли. У нас открылся новая локация Арсенал. И здесь у нас, собственно, остались всякие коллекционки в виде сокровищ, частиц анимуса и всякие остальные плюшки, короче. Сейчас мы их по-быстрому все тут соберем. Так, во-первых, да, сокровища. Что тут еще есть рядом? Вот еще одно сокровище. У нас, кстати, там даже точка синхронизации есть. Надо к ней пойти сейчас. Наверное, первым делом это и надо сделать, кстати. Так. Да. А давай к точке синхронизации, чтобы открыть до конца всю эту карту. О. Насколько я помню, оно тут довольно своеобразное. То ли та, которая из стены торчит. Ну, на жертве стены торчит, и с нее типа синхронизацию делать. То ли как, я вот не помню. Ну, сейчас увидим. То ли на корабле. Ой, блин. Ну, искупались пару раз, ничего страшного. Так. Да, вон она, точка синхронизации. Наверное, вот с этой вышки до них можно добраться. До нее. Тут еще, кстати, книги вон. Миссия с книгами. Нет, немного не так я пошел. Вот отсюда надо. Так, погоди. А дальше-то что? А. Вон оно что. Интересно. Какая-то новая фишка с бревном. Сейчас попробуем. Мне в другую сторону, походу, надо было прыгать. Ну, фишка не новая. Погоди, а чё? Фигня какая-то.
Что-то странно. Погоди, давай-ка еще раз осмотрим сейчас, секунду. Я что-то просто слегка недопетрил. Как пробираться-то туда? Смачься, что ли, спрыгивать? Боже, милостивый, он псих. Сейчас залезем на самый верх, посмотрим, долечу я оттуда или нет. Да, должен долететь. Так. Блин, парашют зря истратил, честно. Во-первых, частица анимуса там. Готово. Теперь сокровища. Оно что, здесь же, на корабле, что ли? Он сошел с ума? Так, что еще? Ага, кстати, обрывок, да. Исхак Паши. Так, еще один мастер-ассасин появился у нас. А, в здании? Ну хорошо, где? Ага. Все. Все страницы мемуаров собраны. И открылась бонусный уровень Айя София. Так, вон он, кусочек анимуса. Так, вон там еще кусок анимуса. И там же сокровище. Хорошо. Что-то осталось. Так, вот еще частица. И вон там еще. Офигеть. Да, все, записалось. Хорошо, что он на карте вот так помечает.
Этот явно на крыше. Не совсем. Ага, погоди-ка. А, во, все. Смотри, куда идешь. Смотри, где ходишь. Ну что, все, нет? Ага, вон еще. А больше вроде не вижу. О, как. Так, вообще, подожди, а как туда пробраться-то, на эту штуку? Эй, не хами! И внутри корабля еще. Разве у нас не действует закон о приличии? Нет, мы неприличные. Не в эту сторону. Капец, сколько я собрал уже здесь этих частей. Короче, зорким взглядом осматриваем. Вроде я ничего не вижу больше. Что осталось-то, собственно, здесь сделать? Собрать сокровища. Правильно иду, нет? Нет, направо надо. Туда. Так, раз. Сокровище тут где-то еще одно было видно. Так, это просто ингредиенты. Эй, вы с ума сошли? В общем-то, походу, все. Сокровища собраны все. Смотрим на карту. По карте тут больше ничего нет. Пойдем теперь за книгой. Там, потому что все равно эта миссия не сюжетная. Так, вот на этот корабль нам надо добраться.
У него на самом верху находится место начала поиска книг. Да ё-моё. Сейчас будем окрестности оглядывать на предмет различных книжек. Че, по канатам лезете, что ли? Ну, а он полезет, нет, по ним? Да, лезет. Блин, еще выше. Так, найдите символы пола и выясните местоположение книги. Понятно. О, как четко сейчас сюда приземлился. Символами пола тоже разобрались. Так. Ну, собственно, все. Собирать здесь больше нечего. Давайте только сходим ассасинам, дадим какое-нибудь задание. Я не этот раздел имел в виду. А вот этот, соседний. Голубятник. А. Так, 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 так. Молодцы. Ладно. Мадрид 9. Посетите концерт. Интересно. Ага. А, я сюда никого не назначил? Так давай назначим. Где у нас еще мало процентов-то? Ну пусть будет Алжир. Не сможет. Тоже не сможет. О, это может. Ну вот, собственно, в общем-то, со сбором, наверное, пока что все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии на канале Let's Play. Пока!